Вов, кто-то хочет песню спеть? Давайте договоримся. Так, стоп, девушка, вы не поете, у вас уже палочка в руках. Девушку убрали с нас. Да ладно, шучу. Ну ладно, кто считает, что вообще классно поет так, что просто зашибись? Она спит! Какой вообще вопрос я задала? Только без издеваний, правда. Вот не надо издеваться. Потому что если вы начинаете подкалывать, меня-то вы не подколете, понятно. А человека, который выйдет, и который будет стоять перед всем городом и петь, вот его нужно запомнить, ну, классно, красиво. В общем, совещайтесь. А вот парень какой-то есть? Будете петь? Нет, вот парнишка какой-нибудь. Серьезно? Давай, иди сюда. Смотри, шарф снял. Все, полдела. У нас в каком-то городе, Саратов, что ли, это был? Такой был классный мальчик, вышел на сцену. Как дал. Ну, Гриша, давай. Что? Ух, все. Сейчас нормально все. А вот как вас зовут? Влад. Дайте Влад. Вам нужна еще наушники? Мне кажется, вы так все слышите. Ну да, конечно, знаю. Сейчас, подождите. А вы песню знаете? Да. Касалась лица. Я падаю с неба, сгоревшей кометы, и лбом прижимаюсь к лицу до рассвета. Твой смех на повторе в моем диктофоне, и важное что-то ты просто не понял. Зачем мне тебе красота? Я без тебя сирота. Пустое шоссе, 5 минут до вокзала. Мы страны делили, все поровну вместе. Но в них без тебя мне не интересно. Зачем мне тебе красота? Я без тебя сирота. Секунду назад было столько впервые. Закроленные двери в нелепом порыве. Обрыв не помог. Секунду назад оборвали все нити. Я больше не верю в любовь, извините. Жестокий урок. Я падаю с неба,
зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота. И запах скандала, и запах сандала, пустое шоссе, 5 минут до вокзала. Мы страны делили все поровну вместе, но дни без тебя мне не интересны. Зачем мне тебе красота? Я без тебя сирота. И запах скандала, и запах сандала, пустое кафе, 5 минут до вокзала. Уходил наверх, молодец. Ну, мужик, молодец.